Hoş geldin Is, welcome, welcome to home. Ну что, ребята, я приехала домой, добро пожаловать. На часах у нас 2 часа ночи. Я летела весь день и наконец-то я прилетела в свою обитель. Постельчику такой мне постелили, чтобы не сладко-сладко сегодня спалось. Сегодня буду спать до победного. Потому что очень сильно устала. Летела практически весь, не знаю, день. Летела с пересадкой, была еще в Стамбуле, еще погуляла по Стамбулу, пошопилась немножко, поэтому очень сильно устала. Так они красиво все, конечно, украсили. Молодцы. Что у нас тут? Конечно же, все знают, что после дороги хочется чего-нибудь. Так что они мне вот такую вот красоту поставили. Молодцы, конечно, молодцы. Ну, хозяйку нужно встречать. Поэтому все самое лучшее хозяйке. Так, это у нас тут мерло красненькое. Вот такая вот вкусняшечка турецкая. Турецкое вино, турецкого производства. И Сен-Фони, Татли, это у нас вино белое, вот. Сладкое, белое, если я не ошибаюсь, фруктовое вино, точно не помню. И, конечно же, фруктики, это обязательно. Вкусняшечки. Что у нас тут? Грушечка, нектаринчик, виноградик. Апельсинчик, мандаринчик турецкий, зелененький такой. Бананы мои любимые, я очень люблю бананы. И яблочко. Здесь у нас, как всегда, ну это, в принципе, для всех посетителей отеля, чай, кофе. Вот. Ну, это, конечно, букет для принцессы, для хозяйки. Все самое лучшее. Люблю букеты. Красота, конечно. Красота. Чемоданчики мои, которые очень любят путешествовать. Малыш 10 килограмм и большой 22 килограмма, который был в багаже, а этот был со мной в ручной клади. Номер вам покажу еще завтра, потому что, к сожалению, сейчас очень темно и ничего практически не видно, плохо видно. Вот. Кто знает, тот знает. У нас 1, 2, 3, 4 балкона. Вот так вот номер полукругом идет в носовой части отеля. Это у нас номер люкс. Вот, ну что, красивая наша ванна. Отправляюсь я сейчас принять душ, привести себя в порядок после такого сложного перелета. Ну, а встретимся мы с вами завтра. Завтра пообщаемся, завтра поговорим. Вот, а я буду пока наслаждаться сном в своей чудесной постельке. Кстати, где у нас одеяло? Одеяла у нас нет. Кроватку-то украсили, одеялко мне не положили. Вот что это такое? Что это за отношение к хозяйке? Будем разбираться. А, ну конечно, Настя уже хотела идти ругаться, а девочка здесь. Да, я жесткая. Вот, так что ладненько, буду отдыхать. Встретимся с вами завтра. Доброе утро, котёндрики. Я в своих топулечках. Смотрите, какое у меня замечательное, красивое. Доброе утро. Мой красивейший длинный балкон, который выходит практически на все стороны. Смотрите, какой у меня балкон. Замечательный. Вот такой красивый вид. Вот это Алания-Кале. Замок Аланийский. Это я завтракаю.
Красота. Божественная красота. Artwork. У нас очень сильная жара в этом году, действительно, один из самых жарких годов и самых жарких сезонов. На данный момент 34 градуса, находиться на улице просто невозможно в дневное время, очень жарко, все течет, как в самый-самый сезон летний, поэтому очень классная атмосфера. Кто еще хочет приехать в Турцию, у вас есть время до конца октября еще прилететь на недельки-две, так что welcome всем. Вот, прилетайте, до конца октября еще будет очень-очень жарко. Пришли. Сегодня у нас очень хорошая погода, но большие волны. В этом году настолько большие волны вообще в Алании, что вымывает песок в море с пляжа, и открываются плиты, обнажаются плиты горные. Также это связано еще с землетрясениями, в общем, да. Так что... как-то так. Ну вот волны на самом деле очень большие. Вот у нас понтончик наш. Вот видно прям, как он ходит. На самом деле для купания, для деток не очень, я бы сказала. Я бы деток здесь не купала. Но у нас в отеле нет детей. Вот в нашем отеле. У нас отель 16+, так что это замечательно. Вот. Вид у нас выходит на горы. На гору сюда вот. Видите, вот в Алании такая вот особенность, в отличие от других регионов, особенно от Алании, Анталии точнее, горы расположены очень близко. Вот мне задавали вопрос, почему в Алании, даже вот где-то в центре Алании, нет отелей на первой линии. Посмотрите, какая маленькая первая линия. То есть нереально построить большой классный отель на таком маленьком промежуточке до дороги. А вот эта трасса D400, да, она идет через всю Аланию, и то есть остается вот такой маленький промежуток пляжа. Естественно, на таком промежуточке невозможно построить большой отель, пятизвездочный классный. Поэтому в основном в 80-х годах на такой территории маленькой строились 3 звездочки. Иногда 4, то есть отели абсолютно, можно сказать, без территории, без всего. Пятизвездочные отели, конечно же, в самой Алании, в центре Алании не строят. Строят пятизвездочные отели на берегу, на первой линии, возле Алании и в аланийских районах, да, то есть вот мы сейчас находимся в районе Кистель, потом у нас идет последний район Махмутлар, вот он, это район очень заселенный, густо населенный русскими, там очень много новых построек, новых домов высоких, там 20-этажных, там очень много живет русских. И вот там вот, где гора, последний отель, который вообще есть в Алании, это Utopia World. Вот, и за ним уже находится аэропорт города Алании, новый, который работает 2 года, Алания Гази Паша аэропорт. Вот, так что вот так вот, у нас тут Кистель Резиденс, здесь домики, здесь, кстати, Даша Пынзарь жила, сейчас вам покажу, когда они снимали квартиру. Кистель Резиденс, я думаю, что вы знаете все,
Здесь тоже, кстати, живут немного русских, но, если честно, 90% здесь именно Европы живут. Вот, поэтому, что касается линий, то именно отели 5 звезд находятся уже на второй линии, а некоторые отели, кстати, находятся даже на третьей линии. Есть такой отель классный, называется Gold City. Он вообще находится на третьей линии, почти у горы. Вот. И там вот он высоко-высоко находится. Еще пока отсюда не видно. Вот. Ну, вот так вот все. Вот, кстати, машинка, если видите, вот эта маршруточка возит на пляж людей. Вот, потому что, вот, кстати, наш еще один бассейн маленький. Для тех, кто не хочет в большом бассейне купаться, здесь тоже комфортно, но здесь нет бара. Вот, здесь теннисный корт, довольно-таки старый, игра здесь сложновато, потому что площадка уже очень старая и неухоженная. Хотя отель всего лишь 4 года, 4 сезон работает отель. Вот, ну, в общем, вот так вот у нас сегодня. Принесли мне в номер мою пинаколаду ночную, вкусненькая, и книги. Вот там, я думаю, что вам видно. Книги. Принесли новые книги. Поскольку я с собой из Минска ничего не привезла, так что буду здесь читать книжки, которые мне здесь дали. Потом вам чуть попозже их покажу.